В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. С 7 по 9 октября в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске состоится третий всероссийский фестиваль памяти легендарного хормейстера и композитора Нины Мешко. В этом году в нем принимают участие народная артистка России Людмила Рюмина, коллектив Московского культурного фольклорного центра и Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова. 8 октября с 18:30 до 21 часа на телеканале ПС состоится прямая трансляция гала-концерта всероссийского фестиваля памяти Нины Мешко, который пройдет в Архангельском театре драмы. С 10 по 14 октября в Архангельске на базе Центра развития спорта «Норд-Арена» пройдет всероссийский турнир по настольному теннису «ТОП-24». Это ежегодные соревнования, в которых принимают участие сильнейшие игроки России. В Архангельской области подобный турнир пройдет впервые. Смотрите прямые трансляции соревнований по настольному теннису «ТОП-24» на телеканале ПС. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.